В этом году на предприятии к организации торжественного мероприятия подошли с удвоенной силой. Ведь оно состоялось не только накануне профессионального праздника, но и в преддверии юбилейной даты – 65-летия завода. Начало торжеству положила церемония открытия доски почета с участием председателя Жабинковского района и руководителя предприятия. Девять сотрудников Жабинковского комбикормового завода, скромных в табеле о ранге, но больших в мастерстве за многолетний добросовестный труд, занесены на доску почета открытого акционерного общества. Как подчеркнул директор предприятия Игорь Лобода, именно коллектив – движущая сила успешной работы. В этом году предприятие отмечает свой 65-летний юбилей, но несмотря на почтенный возраст, мы по-прежнему молоды, мы по-прежнему в поиске, мы ищем и находим все новые и новые решения, что и приводит к нашим результатам. Самый главный фактор успеха – это, конечно же, коллектив. Это то, что мы вкладываем в развитие кадрового потенциала, ну и предприятие в итоге развивается благодаря коллективу. Самое главное. Работа коллектива предприятия получила высокую оценку и со стороны руководства района. Предприятие сегодня работает стабильно и, самое главное, прибыльно. Не буду скрывать, здесь по итогам года мы ожидаем чистой прибыли более 3 миллионов рублей. На предприятии работает 400 человек. Предприятие расширяет постоянно ассортимент продукции, географию своих поставок. Хочу пожелать коллективу, прежде всего, крепкого здоровья, реализации новых инвестиционных проектов, двигаться только вперед и не останавливаться на достигнутом. В ходе праздничного мероприятия за добросовестный труд и значительный вклад в развитие организации благодарственными письмами и почетными грамотами от Жабинковского райисполкома, ведущих организаций и объединений области было отмечено порядка 100 сотрудников комбикормового завода, для каждого из которых залог успеха – это добросовестное отношение к работе и коллегам. Комбикормовый завод – это второй дом, куда ты приходишь с радостью, и коллеги твои – это уже как братья и сестры, ты решаешь с ними любой вопрос и всегда находишь выход, поэтому сюда хочется ходить. Праздничную церемонию награждения завершила концертная программа с участием лучших коллективов и исполнителей района. Наталья Луговкина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».